Четверть века радует зрителей самобытным искусством ансамбль «Литовы». У ансамбля немало высоких титулов. Он лауреат всесоюзных и всероссийских фестивалей, лауреат премии комсомола Мордовии. Но самое высокое звание – это звание народного коллектива. В составе ансамбля более 100 молодых рабочих, служащих, учащихся. Руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств, лауреат фестивалей и премии комсомола Мордовии Виталий Жестков, автор большинства вокально-танцевальных сюит. Литова – имя народной героини, сподвижницы Степана Разина, поднявшей мордовских крестьян на борьбу за свободу. Принимая это имя, ансамбль утверждал своей целью сохранить фольклор, песни и танцы мордовского народа, развивать традиции народного искусства. За четверть века, следуя этому завету, ансамбль обрел признание и популярность. Когда Литова на сцене, невольно думаешь о богатстве и многообразии нашей советской национальной культуры.